Доброе утро. Миссия вскочить рано по будильнику, привести свое пухшее лицо в порядок и себя тоже выполнена. Вроде бы успешно. Сегодня тоже я сделала себе зализанный пучок. Спасибо, Мона, за аккомпанемент. Потому что прогнозируют очень сильный ветер, ураганный ветер. Прям вот этот значок стыд. Я очень переживаю, чтобы мы там с Викой на работе не улетели вместе с тем мафом, который открывается. Потому что, судя по последним событиям, когда деревья падают, столбы, провода и вывески, то как бы это не очень безопасно. Это просто не накручивание, а реальный взгляд на вещи. Ну, думаю, нас пронесет. Сегодня у меня вот такой удобный, комфортный образ. Юбочка сатиновая, черная. У меня же их две, получается. Одна макси, другая миди. И очень обе классно вписываются в гардероб и сочетаются с вещами. Лонг от Рики Хайп и свитшот, который я у Лёши отжала. Найк. Он очень классный, мне очень нравится. И мне кажется, мне даже больше идет, чем Лёши. Все, беру сумочку, очки и топаю снимать открытие новой точки. А потом у меня что? Потом у меня еще есть немного работы дома. У меня сегодня рилсы по плану. Надо будет доубирать полы, погладить. Сегодня я планирую снять первый рецепт видео про Пасху с выпечкой. И все, день закончится, а завтра опять рано вставать на репетицию. Почему-то грустно. Надеюсь, у меня сегодня получится выделить часик-два там просто на то, чтобы почитать, кофе выпить и ни о чем не думать. Верю в это. А мы приехали с Викой снимать же новое видео. Мы приехали на Вабурку. И мы здесь вообще не бываем никогда. Здесь первый раз. И у меня здесь такое прям, знаете, ощущение, будто я в Мелитополе, вот на рынке. Не знаю, кто был, тот знает. Прям классно. Ребята, я настолько офигела от улицы, то есть мы когда с Викой поехали снимать, еще было, ну, прохладно, солнечно, ветрено, ну, как бы нормально. Мы сняли нормальное видео, все как бы, ну, когда мы приехали на пески, нам нужно было зайти в пару магазинов, и просто такой силой поднялся ветер, он настолько меня продул, что я себя чувствую просто избитой. Я чувствую, будто бы я заболела, то есть у меня прям болит голова. Все. Я выговорила. Представляете, не купила вишню нигде. Потому что я заходила в Бридж, она была на развес, но там была гигантская очередь. Потом я зашла в Эпельмон, там была вишня, но она была дорогая. Я такая, ну блин, пойду уже в Серепо. Там она по хорошей цене, хорошая вишня. Прихожу в Серепо, нет вишни. Иду в АТБ, нет вишни. Нигде нет вишни. И я поняла, что ну это капец. То есть я сегодня хотела сделать там один рецепт, а мне на него нужна вишня. У меня дома 110 грамм, а надо 150. Вы представляете, какое это раздражительное но. Да, потом уже завтра это сделаю, куплю вишню для мамы, возьму. Я купила вот белый шоколад как раз для этого рецепта. Ну, я проспойлерю, это будет паста творожная с вишней и белым шоколадом. Я купила творог и масло в магазине Бридж, это все такого хорошего качества. Это в Рошен купила яйца шоколадные, не уверена, что буду ими что-то украшать, но я их купила. Марля, немного кешью и кокосовая стружка. Крадется мыша сюда. Мыша, не крадись. Здесь для тебя ничего нет. Иу. Я что-то захотела соленой овсянки. Ну, типа просто горячей овсянки, не сладкой. Но она так мерзко выглядит. Я не понимаю, почему. Почему она так ужасно выглядит? Наверное, ту соленую овсянку, которую я ела в какой-то кофейне, это была овсянка недолгой варки, типа, которая запаривается, потому что она как будто бы даже цвет другого и выглядит поаппетитнее, чем... Надеюсь, это более-менее съедобно. И меня спасут смаколыки, которые я готовила на видео про Пасху, потому что я даже мяса никакого есть не буду. Ха, потому что его нет! Я, конечно, обманула, что его нет, он же есть. Оно, вот же, бекон. Ему на нашу шерсть кругом. Ребята, у меня глажки гора, просто ужас. Насобирала, так насобирала. Мы сегодня с Викой, когда ездили на работу, я говорю, вот, мне еще потом приехать домой, еще нужно будет там доубирать, погладить. Она такая, ты что, гладишь? Ну, ты гладишь. Я говорю, да. А у нее, видно, муж гладит. Она говорит, только не говори, что ты постельное гладишь. Я говорю, я глажу постельное. Просто
Оказывается, есть люди и моего возраста, которые не гладят постельное и живут спокойно. Я помню, как меня как-то заклевали за то, что я когда-то не погладила постельное. Ну, я помню просто, у меня такое было в комментариях. Поэтому я как бы все время все это глажу, и полотенце глажу. Хотя я гладить не очень люблю, но что поделать. Я просто накапливаю еще очень много. Вот сейчас накопилось, я так настраивалась долго на эту глажку и вообще на какие-то дела. То, что я же говорила, что у меня и работа еще есть, и уборка, и готовка какая-то. А оно вообще ничего не идет. Ну, слушай, разговаривали, такое ощущение, что как, ну, я не знаю, ну это из-за погоды, я на 100% уверена, потому что погода вмиг просто испортилась сегодня. Сегодня могу сказать, что испортилась, потому что ветруган просто ужасный. И ты просто хочешь спать. Я просто сидела после обеда и боролась с собой, чтобы не пойти и не лечь поспать. Я никогда не сплю днем вообще. Никогда. У меня нет такого понятия дневной сон. Лечь, вздремнуть, наверное, это у меня появится. Ну, с моим темпом. Скоро. Ну, я не пошла, но желание было. Желание имелось. Так, это не сюда, это кухонное, это для лица. В общем, не пишите мне только за гладильную доску, пожалуйста. Я не хочу покупать гладильную доску. Короче, я заходила в новости и увидела, что поймали этих нелюдей, которые убили полицейского. То, о чем я вчера вам рассказывала. Не знаю, можно ли говорить про то, что я рада, что их поймали. Ну, я рада, что их поймали, и я очень надеюсь, что их посадят на пожизненное, чтобы это все знали, все видели. Потому что это самое, мне кажется, ну, правильное наказание, пожизненное, без какого-либо разбирательства. Что разбираться? Что можно? Я просто вчера читала о том, что рассматривается от 9 до 15 лет лишение свободы или пожизненно. Ну, как это вообще можно допустить эту мысль на 9-15 лет? Пожизненно, все. И когда вот так вот будут наказывать зверей, которые отнимают чужую жизнь, тогда и меньше будет преступности, я думаю. Потому что, как показало это видео, эта ситуация, люди абсолютно не боятся закона, для них нет ничего святого, поэтому надо жестко обходиться с ними в итоге, если это вообще еще жестко. Потому что есть методы пожестче. Будь здоров. Все, поглажу и буду, наверное, готовить первый пасхальный кекс. Вот. Проспойлерю, что он будет маково-лимонный. И мне кажется, это должно быть очень вкусно. Но дело в том, что я нашла рецепт в Инстаграм, и там такой рецепт, оно вроде бы все понятно, и вроде бы написан ингредиент, но так рассказано как-то поверхностно, то есть как будто бы догадайся сам. Люди в комментариях спрашивают, а при какой температуре выпекать, а сколько, на какую форму рассчитано. То есть человек снял рецепт, вот то у него что-то получилось, а людям рассказать подробно никто не может или не хочет, знаете, чтобы больше комментариев было или что, я не понимаю, зачем так делают. И может быть такое, что начнешь готовить, вылезут какие-то вопросы, и ты не найдешь на них ответ, потому что блогер их просто не дал. Такое какое-то отношение наплевательское. Если показываю рецепт, то стараюсь так сделать, чтобы вам было понятно, поэтому надеюсь, вам всегда понятно. А что ты тут лазишь? А что ты туда ложила? А ничего. А ничего. Это реквизит был для смешного рилсика. Надеюсь, я его выложу. Красивый попкорн. Точнее, коробка классная. Это Лёша покупал себе вчера. Сырный попкорн. Я его не пробовала. Мы сейчас хотим вообще посмотреть Джона Уика. Я не видела этот фильм. Просто вчерашний фильм так понравился. И Лёша говорит, тебе надо посмотреть тогда тот фильм, потому что он прям каноничный, что ли, очень интересный, такой же и даже лучше. Ну, в общем, что я могу сказать? Я только что готовила первый вариант пасхального кекса,
И мне не понравилось, что получилось, потому что вот эти ваши интернеты... Просто рецепт, который абсолютно не соответствует действительности. На видео у девушки, у которой нашла кекс желтый и весь такой пушистый. В реале он получается темный и влажный, тяжелый. Абсолютно разная текстура. Люди в комментариях это писали. Я просто решила это проигнорировать, подумала, что у меня все получится, что-то может не получиться. Рецепт-то простой, все ингредиенты у меня выдержаны. Все делать четко по рецепту, миксером, как у нее, вообще не то пальто. Даже на этапе замешивания теста, когда я его смешивала, перемешивала, я смотрю и понимаю, что у нее совсем другое тесто. Как это происходит? Вот из-за чего? Ладно, там желтый цвет писали у Паски, потому что она, скорее всего, там взяла или супер-классные домашние яйца, или куркуму добавила, но об этом не сказала. Думаю, ладно с этим цветом, но текстура абсолютно другая. Такое, знаете, такое ощущение, что надувательство какое-то. Это огромный какой-то аккаунт. Я вообще не знаю, что это за девушка. Просто мне это выставило с рекомендацией. Вот то надо брать у проверенных блогеров кулинарных, чем вот это вот распиаренные, быстрые, красивые типа рецепты. Я все просто за 5 минут смешала. В итоге ты стоишь, потратил время, потратил силы, продукты. И, ну, как бы ты не получил того, что хотел. Да, я не сомневаюсь, что это был вкусный какой-то кекс, но это не то. Не то, что я абсолютно вообще себе представляла. Поэтому я его не буду отдельно выкладывать, этот рецепт, потому что он ни о чем. Он не тот, который должен был быть. Это не то, чем кажется. Зато я пробовала полить глазурью эти кексы Добрик. Глазурь готовая на агар-агаре. И мне очень она понравилась. Во-первых, ее очень просто сделать. Там заливается порошок водой, кипятится и взбивается миксером. Очень быстро. И глазурь такая плотная, красивая, белая, быстро застывает, не липнет. Ну, прям вещь. Для тех, кто не хочет париться с глазурью, почему бы не купить. Еще я у Green Life, или как они называются, не помню, вот этой фирмы, у которой я ретрит беру, видела, что у них есть смесь для Пасхи. Без сахара, на стевии, там смесь именно полезная, только нужно добавить яйца, масло и что там, яйца, масло и молоко, по-моему. И там же у них есть смесь для глазури, тоже без сахара, на стевии. Я даже уже была добавила себе это все в корзину, потом думала, стоп, остановись, подожди, зачем тебе это сейчас покупать? Успокойся, не трать деньги. Я просто сейчас с этим борюсь, мне постоянно же хочется что-то купить. Я решила, зачем это сейчас брать, если я все равно буду пробовать другие рецепты пасочек. Ребята, вот эта тема с пастами. Никогда у меня ничего нормально не получается. Ну, это ужас какой-то. Только в моей жизни реально идеально получалось творожное. Ну, если бы она еще не получилась, ну, просто можно было бы с окна выброситься. Это значило бы, что у меня совсем руки крюк. Что, будем смотреть кино? Надеюсь, я не усну. Завтра на репетиции и работа, работа, работа. Спасибо за просмотр, друзья. Берегите себя. Покидайте классные рецепты пасочек, не знаю. Всем пока.